вихри враждебные веют над нами, темные силы гнетут и гнетут. На марш народный выходим мы с вами, нас еще цели великие ждут. И мы поднимем гордо и смело наши знамена за право и дело, за всех детей, стариков и свободу, за лучший мир для простого народа. На марш на правый, святой и правый, марш, марш вперед, российский народ. На марш на правый, святой и правый, марш, марш вперед, российский народ. Будем достойны отцов наших дедов, что без раздумий пошли на войну и одержали с фашизмом победу, жизни отдав за родную страну. Стали бессмертным полком навечно, нам эстафету вручают сердечно, веря в великую связь поколений, что мы в Россию поднимем с коленей. Здравствуйте, уважаемые новосибирцы! И гости столицы Сибири. Мое имя Татаров Игорь Анатольевич, руководитель некоммерческой общественной организации «Новосибирский центр «Земля. Наш общий дом», лидер движения «Глас народа», созданного мной в Новосибирске после выборов. Это движение представляет интересы простых граждан Российской Федерации и автор идеи и организатор сегодняшнего марша грядущих поколений России, принимающих эстафету у бессмертного полка. Наш митинг будет короткий, минут 20-15, 3-4 выступающих. Я на себя, с вашего позволения, возьму роль ведущего, не возражаете? Нет. И первое слово официально я представляю вот себе, Игорю Татарову. Должность президента Российской Федерации, наделенная полномочиями гаранта наших конституционных прав и свобод, защищена так же, как наши права и свободы, самой Конституцией и охраняется законом. И только гарант Конституции имеет полномочия отправлять в отставку правительство и распускать Госдуму. Но ему для этого нужны законные и очень весомые основания. Для того, чтобы исполнить свой конституционный долг. И эти основания сегодня у гаранта Конституции есть. Полупрофессиональное старое новое правительство разрушило деревни до основания и часть отечественной промышленности. Урезало бюджет медицине, образованию, сделав их платными для всех нас. Породила целый клан посреднических фирм, холдинги, фонды, управляющие компании и другие дармоеды, которые грабят наш народ наглым образом и вывозят богатство страны за рубеж. И, наконец, правительство РФ не исполнило 10 из 11 майских указов самого президента. Это что за бардак, когда воля главы государства игнорируется какими-то чиновниками. Государственная дума РФ, окрашенная в цвет России, Единой России, приняла и, несмотря ни на что, продолжает принимать ряд антинародных законов, которые привели к обнищанию большей части населения нашей страны, да и к вымиранию тоже. Это пресловутая пенсионная реформа, которая уже принята. Это растущие цены на бензин. Говорят, сейчас уже будет по 40 рублей проезд в транспорте. Это тарифы ЖКХ и Платон. Это нищенские пенсии, рабская зарплата. Да, вот сегодня две ветви государственной власти, эти две ветви, пытаются уже всех нас поставить на колени и превратить безмолвных рабов в угоду кукловодам мира. Да какие же еще основания нужны
гаранту Конституции. Мне думается, что сейчас самое время ему повернуться лицом к интересам народа. А уж наш-то народ не подведет. Именно поэтому движение «Глас народа» сегодня в рамках движения «Глас народа» стартует бессрочная, санкционированная властями гражданская акция «Марш грядущих поколений России» принимает символическую эстафету у бессмертного полка. Только в руках у нас вы видите не героев-победителей той страшной войны, а радостные лица их потомков, наших с вами детей и внуков. И сегодня мы обращаемся от имени марша, обращаемся ко всем новосибирцам, ко всем гражданам Российской Федерации, независимо от возраста, от должности, партийной, религиозной принадлежности, с призывом к объединению многомиллионный гражданский союз для того, чтобы, высоко подняв вот эти наши новые знамена, мирным, но грозным маршем пройти по всей России, как и славный бессмертный полк, и выразить наши законные конституционные требования гаранту Конституции и сообща избавить Россию от коррупционеров и казнокрадов. И сегодня мы, дети, внуки и правнуки героев той страшной войны, которые ценой своей жизни защитили страну от фашистского рабства, принимаем у них эстафету поколений для того, чтобы защитить уже наших детей, внуков и стариков и обеспечить им достойное будущее. И перед славным бессмертным полком, перед их памятью, перед нашими детьми и внуками мы торжественно клянемся, что всем миром, всем народом, всей страной возродим Россию для грядущих поколений, свободную, экономически мощную державу правовой и социальной справедливости. Значит, во-первых, я хочу поблагодарить вот эту группу. Я сегодня горжусь, что вместе с вами нахожусь рядом на этом событии, которое, попомните мои слова, войдет в историю нашего государства. Вы, бросив все свои дела, пришли защищать своих детей и внуков. Я предоставляю слово, это вот академгородок Елена Рябова. Будьте любезны, сюда, Леночка, идите, прямо с фотографией со своей. Здравствуйте. Ну я просто как мама сюда пришла. У меня двое детей. Один уже совершеннолетний, студентка, другой старший школьник. Мне очень важно, какие продукты они будут есть, в какой стране жить, будет ли у них будущее, смогут ли они получить достойное бесплатное образование, как они дальше будут жить. Поэтому я здесь, и я очень хочу, чтобы эта акция, она разрасталась. Нас сегодня мало, но я понимаю, что здесь очень неравнодушные люди. И я хочу, чтобы вы на следующую акцию пригласили сюда своих знакомых, друзей. С детьми приходите, если будет не очень холодно. Я думаю, что 9 мая мы в составе там колонны бессмертного полка должны встретиться с этим бессмертным полком, чтобы это была действительно связь поколений какая-то. Я эту акцию очень поддерживаю, мне она нравится. Идея, мне кажется, очень здравая и имеет право на жизнь. А я представляю именно слово студентке, она тоже с академгородка. Ее зовут Екатерина. Добрый день. Я являюсь студенткой одного из университетов нашего города. И я учусь на последнем курсе. И на самом деле очень часто думаю о том, что нужно эмигрировать из этой страны. С другой стороны, если не такие люди, как я, придут вот на эту акцию, то действительно, как было уже сказано, у нашей страны не будет будущего, потому что если люди уедут, и будет такая же тенденция к развитию, в кавычках, нашего государства, то все будет очень плохо. Ну, на самом деле, это как бы я не была готова, потому что меня там просто выступить, поэтому моя речь немного смутная. Эту акцию я поддерживаю, потому что я думаю о детях, которые будут жить в этой стране. Я думаю о своих детях, которые будут здесь жить.
Спасибо вам. Резолюция. Марш. Митинга «Марш грядущих поколений России». Участники акции обратились к новосибирцам и ко всем гражданам России с призывом к объединению в многомиллионный гражданский союз для того, чтобы, высоко подняв новые знамена, пройти мирным маршем по всей России и выразить свои конституционные требования к гаранту Конституции и сообща избавить Россию от коррупционеров и казнокрадов. Участники митинга предложили гаранту Конституции, президенту РФ, повернуться лицом к интересам народа, проявить политическую волю и, первое, отправить в отставку старое новое полупрофессиональное правительство РФ и распустить единороссую Госдуму РФ. Поддерживаете? Да. Второе, сформировать профессиональное правительство народного доверия РФ и провести досрочные думские выборы предварительно во всех регионах, поменяв верхушку избиркомов на честных граждан. Принимаете? Да. А теперь самое главное, значит, наши планы на 2018-2019 год. Акция сегодня стартовала. Это уже случилось. Значит, первый этап акции завершается 9 мая 2019 года. До этого каждый месяц, первое воскресенье, увеличиваясь в наших количествах, мы будем выходить на улицы и площади города. Следующая акция пройдет 4 ноября, праздник «День народного единства». Точно так же, в час дня мы собираемся здесь, на набережной, проходим и здесь завершается митингом. Я надеюсь, что к 4 ноября будет не 20 или 15 человек, а 1500-2000, 5000 человек. Пресса, обращаюсь к вам, раскручивайте, это модное слово у вас, у нас нет, раскручивайте эту акцию, это не наша акция, марш это ваш. У кого есть дети, внуки, кому не безразлична судьба своя и ваших детей и внуков, выходите. И 9 мая наши участники марша грядущих поколений на празднике Победы лицом к лицу встретятся со славным бессмертным полком. И вот там произойдет символическое принятие эстафеты поколений перед ними. Они, погибшие, ничего нам не скажут. Мы можем промолчать. Но через 10-20 лет, что вам скажут ваши дети и внуки, это важно. Сегодняшний выход, это стук в будущее. Они с гордостью будут передавать ваши имена из поколения в поколение. Люди, не отсиживайтесь дома, по дачам по вашим, по бытовым каким-то задачам. Кроме нас никто этого не сделает. Наш митинг завершен. Я благодарю вас, родные мои, земляки. Благодарю за то, что вы плюнули на все ваши заботы. Под дождем стоите здесь. Но это дорогого стоит. Я смотрю на лица, вот, сердце радуется. У нас сегодня праздник. Вихри враждебные веют над нами. Темные силы гнетут и гнетут. Наш народный, мы ходим мы с вами, нас еще выдвинуть лидеры ждут, и мы поднимем гордо и смело наши знамена за правое дело, за всех детей, стариков и свободу, за лучший мир для простого народа. На марш на бравый, святой правый, марш, марш вперед! Российский народ, на марш на правый, святой правый, марш, марш вперед, российский народ. Будем достойны отцов наших дедов, чтоб без раздумий пошли на войну и одержали с фашизмом победу, жизни отдав за родную страну. Стали бессмертны долгом навечно, нам эстафету вручают сердечно, веря в великую связь поколений, что мы Россию поднимем с колени. На марш на бравый, святой правый, марш, марш вперед, российский народ. На марш на бравый, святой правый, марш.
марш, марш вперед, российский народ! Всех казнократов, грабителей, воров дружно прогоним с родимой страны. Всех их великих пустых разговоров нам, аж народные, выйти должны. За наших деток, пенсионеров, станем в орде. Нашим врагам по стране нашей славы, нам аж на бравы, святой и правый, наш марш вперед, российский народ, нам аж на бравы, святой и правый, марш наш вперед, российский народ.